Парни, здорово. Приехал, короче, Молис X100 комбо. I don't know what it means. Комбо. Это, наверное, с аккумулятором. Это, короче, соточка со своим байонетиком, там, с колбочкой, со всей фигней. И Молис, или Молус, как он правильно, Молос G60, это 60-ваттный прибор. Вот, тоже какое-то комбо. Сейчас, в общем, будем посмотреть. И вот такой еще пауэрбанк приехал. Это, не знаю, что это, но оно работает под водой. Nitcore пауэрбанк IP68. Ну, типа, он воды не боится. Это для какого-то из этих фонарей, я так понимаю, это вот эта, наверное, штука. Или для этого фонаря. Короче, сейчас поглядим. Короче, маленький софтик. Наверное, это же софтик, да? Офигеть. Ошалеть. Что тут такое? Короче, ладно. Оставлю это все на распаковку. Здравствуйте. Оставлю это все на распаковку. Короче, тут еще что-то. Это байонетное кольцо. Это, походу, Bowens. С микро их байонета на Bowens. Блин, ну, короче, упаковано оно все. Мое почтение. Ребята, короче, ждите обзоры. Ждите обзор. Шама он уже ждет. Шама, ты ждешь обзор? Предупреждение. Осторожно, горячо. И, типа, здесь же у маленькой штучки в комплекте есть аккумулятор. И байонетное кольцо. Короче, вот почему комбо. Это типа готовый комплект. Здесь все. Шикарная сумочка. Это ребзя у нас светик. Семисветик такой вот. Короче, прикол. Смотрите, светодиод. И он буквально висит в воздухе на радиаторе. И его обдувает вот такой вот вентилятор. Блин, решение лежало на поверхности. Господи, ну почему они гандобят эти огромные корпуса, когда, ну фактически-то вот оно. Это 100 ватт, блямба. Это 100, мать ее, ватт, пацаны. Можно пользоваться своим, можно надеть вот такой Bowens и аккумулятор. Аккумулятор. Капец, это такой типа стильный полупрозрачный матовый пластик с этой стороны. Он был заклеен, короче, предупреждениями различными. Вот, но здесь даже вот, когда уже вроде снял все наклейки, осталась еще одна. Может разогреться до 150 градусов, короче. Ну, слушайте, габариты требуют жертв. Это на самом деле две крутилки. Я думал, это антенны какие-то. Нет, это просто диммер и цветовая температура, судя по всему. Экранчик. Эта штучка подключается сюда. Вот здесь микробоуэнс какой-нибудь. Ее сюда ставим. И вот такие вот блоки питания. Смотрите, какой провод. Мое почтение. Хрен когда загорится. Так, а это что такое? Это... это, короче, ремешочек, чтобы вешать его на шею, наверное. Вот. Знаете, если гафер себя плохо ведет, ему вешают на шею вот такой свет и включают его под футболкой. Да. Смотрите, как эта штука выглядит в руках. Ну, типа, не парьтесь, тут есть резьбы. Тут их много. Вот. Три. Вот, целых три. Аккумулятор пристегивается просто таким щелчком. Самое интересное, что все это выглядит крайне богато. Ну, типа, это капец как стильно, модненько. Вот этот полупрозрачный пластик. Кстати, рефлектор пластиковый. Ну, надеюсь, он не сгорит, потому что тут везде были предупреждения. Ну, что, давайте первое включение. Я сначала думал, что включается здесь. Нет, на самом деле, это просто уровень заряда. Эту штуку можно юзать как пауэрбанк. Здесь есть Type-C дырочка. То есть, не просто так все. И включается фонарь вот здесь вот. Вот этой вот красной кнопкой. Вот так вот все это выглядит. Знакомый уже логотипчик. Вот. Здравствуйте. Вот. И, короче, вентилятор пока не работает. Фонарь работает сейчас на 4% мощности. Чтобы вы понимали. 4%. 4%. Ну, типа... давайте. Это температура. Оставим, наверное, 5200. И яркость 40
50, 80, 90, 100. 100%. Ну, типа, вот смотрите, сейчас просто рефлект от потолка, вот без света. Кто-то писал, что, типа, сравнивали их там с каким-то 18-ваттным фонарем, светит одинаково. Да ну бред, вы чё? Я уж в светильниках волоку, у меня их столько, блин, капец. Нет. Это светит на сотку. Оно выглядит, как будто это какой-то там 15-ваттный фонарик, да, но это капец, это сотка. Это прям чистой воды сотка. И прикол еще знаете какой? Давайте я его выключу. Есть вот такая штука, вы сюда можете вешать, во-первых, сам фонарь на лиру, да? И во-вторых, это, я так понимаю, Bowens, да, Bowens Mount Adapter, короче, ZU Mount, это их адаптер, ну, типа, их байонет свой, я думаю, они будут в дальнейшем делать сюда всякие штучки интересные, знаете, вот, типа, вот этой. Это такой вот малюсенький, ощутюсечки софтбоксик такой, смотрите, какой маленький софтбоксик. Вот, и можно будет отказываться уже, допустим, от баланса, да, и покупать вот нативные какие-то продукты без громоздких переходников, просто юзать непременно вот этот вот фонарь. Эх, жалко, я вот сегодня ездил, снимал контровички 90 миллиметров 1,2, вот он бы мне пригодился, прям... Мое почтение. Че, смотрим дальше? Смотрим вот эту штуку. Здесь все так же замечательно упаковано. Ну, короче, смотрите, что тут. Блин. Посмотрите, какой он крохотный. Смотрите, какая усипусечка. Ой, боже мой, какой маленький фонарик. У него даже есть маленькая лира. О, короче, сейчас покажу, сейчас соберу. Ну, комплект, короче, смотрите. Тут, в принципе, плюс-минус то же самое. Такой же блочочек. Есть вот такая вот сумочка. В случае чего можно будет надеть это на себя вместо трусиков. Не, это penis bag. Penis bag. Я шучу. It's a joke. It's a joke. Don't worry. Маленькая треножечка жиуновская. Вот, смотрите, какая. Ой, хипосечки, какая треножечка. И проводочек, маленький балластик. Боже, какой он крохотный, блин. Капец, guys. Guys, you don't believe. Тоже есть свой вот этот вот маленький баланс. Это вот, помните, в видосах у блогеров они хлепают вот этой штукой. А насадка такая же, как и в этом фонаре. Соответственно, все взаимозаменяемое. Сорян. У меня получилось два комплекта Bowens, поэтому оба светильника могу вешать. Вот. У этого фонаря в комплекте нет аккумулятора. Типа, подожди, вдруг он встроенный. Нет. У него нет в комплекте аккумулятора, но ребята позаботились и прислали мне вот такую вот штучку. Эта штучка будет работать вот с этой штучкой. Блин, посмотрите, как он упакован. Мое почтение. Блин, это можно повесить на пояс. Куда-нибудь на стоечку. На раму велосипедика. Я просто, чтобы вы понимали, это вот этот аккумулятор, который под водой работает. Офигеть. Офигеть. Ошалеть. Что-то такое. Уф-уф, там самое главное, чтобы вот эта штука у нас от него завелась. Ну что, парни, батареечка. На светильничке вот здесь есть Type-C. Тут, к сожалению, не указан вольтаж, который ему нужен. Ну, скорее всего, это какой-нибудь там высоковольтный, да, ну, типа, высоковаттный, будем так говорить. Вот так эта штучка выглядит. Типа, зиму, давайте включим. Давай. Ничего себе. Что такое? Посмотри, какой кайф. Очень оригинально реализованы кнопки. Ну, типа, ты не перепутаешь. Крестик у нас отвечает за цветовую температуру. А кружочек у нас отвечает за яркость. Давайте накрутим. Наболтаем в алюме. Да. Что? 16 ватт. А, походу, наверное, аккумулятор слабенький. 24. Да, 24. Нужно помощнее что-то. Ну что, смотрите. Угу.
Усипусечка какая. Ну, типа, если этому источнику нужно носить еще источник энергии, ну, как бы это подразумевается, наверное, больше под студийной работой, под сидячей. Ну, вот по типу, как мои источники вот висят там плюс-минус, да, то, надев эту штуку на эту, уже можно куда-то его в поле брать. И смотрите, здесь есть такие маленькие соты. Че, глянем, как оно светит. Соты делают свет жестче гораздо. И именно вот это и позволяет нам его формировать как свет-контровичок. Вот. Но сам факт того, что они здесь есть, да, жестковато, потому что площадь света маленькая. Но это сильно лучше, чем дубасить, допустим, какой-то светодиодной панелькой в глаза. Ну вот плюс-минус это сильно лучше. Че, парни, ставьте лайки. Я не знаю, в Телеграме можно ставить лайки. Ну поставьте какие-нибудь смайлики. Я сегодня вам разобрал посылочку. Посылочка только что приехала. Только-только перед вами все это распаковал, все это достал. Какая красота! Мое почтение! Жиюн, конечно, удивляет. Блин, особенно вот это мне вещь нравится. Это вот, мне кажется, знаете, это будущий свет всех бомбил. Профессиональных бомбил, которые делают профессиональную, красочную, здоровую картинку. Картинку здорового человека, будем вот так вот говорить. Дизайн, конечно, мое почтение. Че, ждите обзорец. Я думаю, потаскаю эти штучки пару недель с собой, туда-сюда. Попробуем поподбивать ими тени. Попробуем посидеть с ними на стримах. Тем более, этой штукой можно светить в лицо. Этой штукой можно делать контровичочек. Посмотрите, как эти вещи работают вообще вот в реальности. Да, че там далеко ходить? Давайте попробуем в эту же среду на Некритике мы этот свет и померяем. Кайф.